Купил, собрал, распечатал. Принтер Creality Endo 3V3 SE. Добрый день. Решил рассказать, как я выбирал принтера для 3D-печати для дома, так как это первый мой принтер для 3D-печати. Выбирал, как говорится, по принципу дешево и сердито, и скупой платит дважды. Мне нужно было понять, насколько нужен мне 3D-принтер. Поэтому сразу не хотел вкладывать большие деньги. Если 3D-печать не мое, потом можно будет отдать, подарить друзьям. Каждый радиолюбитель знает, собрать электронную схему – это полдела. А вот сделать для нее хороший корпус или нужные детали может занять в разы больше времени. Именно поэтому я решил освоить 3D-печать, в первую очередь для создания корпусов и нужных деталей для моих проектов. Было принято решение купить 3D-принтер. Посмотрев обзоры и почитав в интернете, решил купить принтер Creality Endo 3V3 SE. Принтер Endo 3V3 SE действительно один из самых доступных принтеров с автокалибровкой, KR Touch, и прямоприводным экструдера, что сильно упрощает жизнь новичка. Этот принтер был куплен около года назад, как первый 3D-принтер для дома. Опыта печати и использования принтера на тот момент никакого. Заказал принтер, доставка оказалась недолгая, принтер пришел практически собранным. На сборку ушло буквально около 30 минут, нужно было только соединить корпус с рамой и подключить провода. Инструкция настолько понятная, что справится даже ребенок. После сборки сразу напечатал тестового котика из предустановленного файла. PLA пластик поставляется в комплекте с принтером для пробной печати. Результат меня приятно удивил. Отличная детализация, никаких дефектов, для первой печати просто замечательно. Учитываем, что это моя первая печать 3D-модели, результат отличный. С принтером поставляется программное обеспечение Creality Print, программа простая, но функциональная. В последней 6-й версии много улучшений. Для печати следующих 3D-моделей пришлось научиться подготавливать файл в слайсере Creality. Программное обеспечение хорошее, легкое в освоении. Так я за пару минут подготовил следующую 3D-модель для печати на принтере Creality Endo 3V3 SE. В этот раз печатал PETG пластиком. В программе выбрал печать PETG пластиком, автоматически установились рекомендуемые настройки для печати, подготовил файл. Качество печати на уровне, мне очень понравилось, при этом никаких специальных знаний о 3D-печати не потребовалось, все работает из коробки. За первые дни я успел напечатать несколько разных 3D-моделей, чтобы понять возможности принтера. Опыт печати придет со временем. Принтер полностью оправдал мои ожидания. Теперь я могу быстро создать корпус для своих электронных проектов, воплотить свои идеи в законченное устройство и не только, что сэкономит мне массу времени. Следующий шаг, надо освоить 3D-программу. Но с какой программы начать? Подскажите, какое программное обеспечение лучше начать осваивать для новичка? Выбор программы пока остановил на Compass 3D, учебная версия. Приобретая опыт создания 3D-моделей, может мое мнение изменится. Если у вас есть опыт, подскажите, хороший ли это старт, или посоветуйте что-то проще, удобнее. Также напишите, какой первый 3D-принтер был у вас, какой принтер вы могли порекомендовать начинающему 3D-печатнику. Пишите в комментариях. В следующих роликах расскажу, с какими проблемами я столкнулся. Первая мной созданная 3D-модель, как я учусь правильно настраивать принтер, осваиваю программное обеспечение. Если видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь. Эту фигурку я первую напечатал, она шла вместе с принтером, это пластик PLA, это пластик PETG, это вторую я научился печатать, нарезать, это осьминожку напечатал, вот какой он прикольный, вот какое качество, лапки все двигаются. И это самую последнюю фигурку, которую печатал. Тоже прикольная. Я только учусь печатать.